Доброе утро, друзья! Сегодня у нас воскресенье, и к нам приехала мама! Привет, скажи! Всем привет! Ко мне приехала бабушка. Я ее пока немножко боюсь. Нам привезла мама очень много подарков. Сейчас я покажу просто, я не знаю, полный чемодан. Так, смотрите, сначала мне привезли вот такие духи. Здесь я не могла их найти. Мне кажется, что их вообще в Америке не продают. Знаменитый вот этот черный перец. Вот, затем моя сестра нам передала... Маша, спасибо. Вот такой классный наборчик для кормления Александры. С трубочкой тут крышечка. Кружечка с крышечкой. Также мама привезла настоящую гречневую кашу. Александра будет пробовать. Надеюсь, ей понравится. Кучу книжек с разными песенками. Ой, Еще бабушка привезла нам вязаные всякие вещички. Это, кстати, Тимина кофта. Мама ее где-то откопала. Это еще Тимина кофточка. Красивая, кстати, Александре должна по цвету подойти. Нам вязали. Также вот такой костюмчик вязаный. Очень красивый. Пуговочки, мороженки. Это нам мама моего мужа передала. Потом вот такую классную куклу Александре привезли. Она испанская. Испанская кукла, и она пахнет ванилькой. Не сказала бы, что ванилькой. Да. Пахнет какой-то карамелькой или что-то такое. Конфеточкой. Конфеткой. Но она очень классненькая. Ты похожа даже на Александру. Напишите, если думаете, что похоже. А еще мне моя младшая сестра передала тоже подарки. Косметику от Натальи Шик. Я что-то на нее подписана в Ютубе, все время смотрю. И все так визажисты хвалят эту косметику. Я попросила у сестры. Я уже попробовала вот этот блеск. Он очень прикольный. Цвет такой красивый. Naked, кажется, называется. И это румяна жидкие. Они такие пигментированные. Смотрите, покажу вам быстренько. Вот буквально. Кстати, даже у меня тут еще осталось. Буквально вот я капелечку наношу. Теперь размазываем. Смотрите. Просто сразу розовое большое пятно и держится. Вот это я днем сделала, уже руки помыла. Так что, кто еще не купил, обязательно рассмотрите эту косметику. Мне кажется, она классная. Александрик! Пошли к маме. Пошли. Также моя сестра передала из Петербурга вот такую матрешку красивую, ручная роспись. Прям написано «Белые ночи, Санкт-Петербург». Она живет в Питере. Что это такое? Русское лото! Будем играть! Ну и также мы заказали, вот посмотрите на эти два мешка. Вы думаете, что там? Лекарства, просто целый мешок лекарств, целую кучу русских конфет. И мои любимые родные просторы. Обожаю. Сегодня понедельник, и я сейчас собираюсь пойти гулять с Александрой. Сейчас такое время, когда вообще все цветет, самый пик цветения на этой неделе, поэтому, наверное, сниму вам, покажу, как это красиво. Пришли погулять в соседнее... Я говорю neighborhood, сержу, что типа, что за... Я говорила neighborhoodство. Здесь у нас такой искусственный прудик, очень красивый. Да, сейчас покажу, как выглядят типичные американские дома. Вот так вот все это выглядит примерно. Это большие достаточно дома, не дешевые neighborhoods. Это, наверное, ну, дома где-то 1600-то стоят. И нет, практически, мы все время гуляем одни. В общем-то, посмотрите, как идеально выбрито. Везде трава подстрижена. Вот тут еще ротонда красивая. Прикол. Люди выходят из дома, а у них там гуси пасутся. Я еще не представляю. Такой вышел. Здравствуйте. Да, тут очень красиво. Мостик, деревья. Мама идет. Здравствуйте. Вот школьный автобус детишек привез. Поехал дальше. Вот там выгрузил их на горочке и уехал. Сейчас вот дойдем до цветущих деревьев. Уже почти дошли. Целая аллея деревьев. Я, кстати, даже не знаю, что это за деревья. Мы с мамой так и не поняли. Да. И с обоих сторон здесь тоже. Очень красиво. Всем привет, друзья! Сейчас у нас вторник, и мы всей толпой, там мама, Александра, поехали в магазин, но сейчас заедем в банкомат сначала. Покажу, как здесь прикольно выглядит банкомат. Ну, очень похоже, но есть одна фишечка. Мы вот, значит, сейчас едем в банкомат, и смотрите, мы на машине, как вы можете заметить. Прям подъезжаем на машине к банкомату, вот так паркуемся, ставим на...
купе на паркинг. Открываем окошки. И все, делаем наши делишки. Все, пошло дело. Кстати, обратите внимание, у меня тут все на каком языке? На русском. Ну все, в банкомат мы сходили. Классно, что не надо выходить из машины. Растим толстую попу. Да. А теперь мы поехали в магазин, потому что мама любит шопинг в Америке дешевый. И мы пойдем посмотрим подарки, сумки и все такое. Возьмем вас с собой. Меряем очки. Как вам такие? Думаете, мне идет? Берем? Берем. Во Флориду. Находки. Сумка Валентина. По скидке. Стоило 279, сейчас 199. Вот, стоит всего $59. Michael Kors. Мне не нравится. Я не люблю, когда так ярко бренды. В общем, нам ничего не нравится, кроме маски. Александра взяла маску. Ты будешь омолаживаться? Да? Будешь молодая? Смотрите, какие наряды для девочек. Сарафанчик и шляпка. С такой же повязочкой. Блин, вот просто такая красота. Есть, смотрите, костюмчик. Франция, Париж. И шляпа такая же. Ну, это, наверное, года на 5, 3, 5. Всего $17 все вместе. Вообще даром, можно сказать. Красота. Хорошо быть. Летим на тренировку, сами гуляем оставшимся семейством. Александра, кто ест коляску? Ой, Александра веселится, да? Ты веселишься? Димчик там играет в футбол. Что-то вон их собрали целой толпой. Ну что, новый день, новый шопинг. Как вы думаете, где мы были? Опять в магазине шмоточном. Накупили опять всякой фигни. Я уже, я говорю, меня Филипп скоро домой не пустит, я клянусь, с этими покупочками. Я столько обычно не трачу. Я просто не хожу в магазины. Я все время все онлайн покупаю. Меня прям раздражает ходить по магазину. Сегодня не четверг, и мой день рождения. Мне исполнилось, к сожалению, 23. Или к счастью, 32. Я не скрываю свой возраст. Мама мне сделала торт, но я еще свечки не задувала. Очень хорошая погода, 25 градусов. Мы решили выйти погулять с утра. Потом мы поедем на тренировку, как обычно, к Тимофею. А вечером закажем роллы домой. Happy birthday to you, happy birthday, dear Sonia, happy birthday to you. Молодец, ура! Ставим подарки! Первый подарок упакован, нет, я хочу с большого. Большой подарок, очень красиво упакован. Ту же бумагу, что и тебе не упакован. Я выросла, что Дима упаковывал. Папа упаковывал? Я не знаю, что упаковывал, нет. Александра! Александра! Не может оторвать взгляд. Ого! О. Достаем. Похоже, та-дам! Похоже на кроссовки. Точно не знаю. Какого цвета, я не знаю, кстати. Вы нашли этого цвета? Где вы нашли? Там больше нет. Дима говорит, давай утром откроем, чтобы я в школу не пришел. Меряем. Я хотела именно такого цвета. Обратите внимание на Александру. А мне? А почему мне такой обуви нет? Очень крутые. Прям какие-то космические. А теперь очень красиво упакованный подарок. Еще главное обратной стороной. Это как... А чтобы не новогоднее было, пожалуйста. Какое там в голову пришло? Это что там? iPad! 256 гигабайт. Должно хватить. Опять зарядку не получил? Должен. Козун, я и знаю. Раскошелились. Обратите внимание, какого цвета. Обращаем. А тебе?
А мне будет? Нравится? Прямо оторваться не может. Вот и вся спокойная. Ну что, сегодня уже пятница, а значит последний день моего влога недельного, который я должна в эти выходные все-таки смонтировать каким-то образом. Это самое сложное для меня. Потому что это даже не столько сложно, сколько время затратно, и времени которого у меня просто-напросто нет. Вот. Сегодня я в кои-то веки выбралась и еду на ногти. Как видите, ногтей у меня 100 лет не было. Я раньше сама себе всегда делала ногти. А сейчас у меня просто, ну, нет на это опять же времени. С Александрой некому особо так долго сидеть. Вот, но сейчас, так как моя мама приехала, она мне помогает, я оставила Александру с ней и сама вот поехала на маникюр к девочке, русскоговорящей. Маникюр здесь стоит $55. Вот я пришла на маникюр к Насте, у нее тут свой красивый кабинет. Привет, привет, да, сейчас быстренько покажу. Здесь у нее вот даже есть кофе, кто хочет. Все сделано очень красивенько. Куча лаков на любой вкус. Кресло удобное для педикюра. Там еще очень много всяких лаков. Просто выбирай, не хочу. Красота. А говорят, что в Америке нельзя сделать хороший маникюр. Очень даже можно. Вот такие ногти у меня получились. Такие летние. Конфетки мне нравятся. Класс. Все, готова к отпуску. Кстати, очень классный такой район, дорогой. Тут огромные дома, вон какие большие. Да, здесь хорошие школы. Но здесь очень тихо, далеко от цивилизации, как говорится. Вот, поэтому здесь такая деревенская жизнь, я бы сказала. Красиво. Ну что, уже пятница вечера, я решила ненадолго к вам выйти для того, чтобы обсудить одну очень душещипательную тему, которая широко обсуждается на моем ютубе. Это видео, которое уже очень много просмотров собрало, про ланч американских школьников. Я там, значит, если вы не видели, то посмотрите это видео, я оставлю вот здесь ссылку. И я там говорю о том, что я обычно даю своему сыну в школу, в американскую. И, значит, там в комментариях очень волнительные мамы пишут о том, что а вот в наших русских школах кормят супчиком, картошечкой, котлеткой, и все очень вкусное. А вы, вас там в Америке травят. И что я хочу сказать? По моим воспоминаниям, школу я закончила, конечно, не 5 лет назад, но и не так уж и давно. И по моим воспоминаниям, в русских школах, в моей, по крайней мере, было все очень невкусно, хотя моя мама работала в школе, и когда она приходила есть, то ей очень нравилась еда, да ведь, мам? Да. Она считала, что очень вкусно, а всем детям казалось, что это очень невкусно. И когда все работали, дежурили, точнее, в столовой, то просто помню, что все приносили эти полные тарелки, к ним никто даже не притрагивался, и мы так это все выкидывали, и все, это было так мерзко. В общем, дети это не едят. Конечно, я понимаю, что мамочкам кажется, что это все очень полезно и вкусно, я прекрасно понимаю, но дети не едят эту еду. И даже если вы посмотрите в комментариях, то большинство детей пишут, что я в столовой не питаюсь, мне там ничего не нравится. Хотя родители при этом платят деньги, причем не маленькие, насколько я знаю. Вот. В американской школе тоже есть столовая, здесь также кормят детей. Бесплатно, до этого 2 года кормили бесплатно из-за коронавируса. А сейчас опять стали платно, но мой сын это есть не хочет, ему не нравится, там дают, например, там каждый день разное меню, можно даже посмотреть на сайте школы, это меню выложено. В какой-то день там, значит, тако, в какой-то пицца, в какой-то день там наггетсы куриные, обязательно какие-нибудь дольки яблочко, что-то там сок, молочко. Ему это не нравится, поэтому я ему даю с собой. Не потому что нас тут не кормят, и мы умираем с голода. Это выбор каждого. Что там прям уже такое развели. Каждый день получаю комментарии. Каждый божий день по 100 комментариев. В общем-то, это все, что я хотела сказать, накипело, как говорится. Ну что, друзья, сейчас уже суббота, и как только, блин, я начала снимать видео, конечно, пойду сильный ветер, хотя жара на улице. Так, сейчас.
Друзья, сейчас уже суббота, и мы собираемся всей нашей семьей поехать в такое кафе, называется Hardywood, это пивоварня, и там можно просто сидеть на улице, там столики, в общем, классно. В такую погоду самое лучшее развлечение, там всякие площадки детские. Я вам, может быть, сниму и покажу это в следующем влоге. А сегодня я хочу сказать вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши просмотры. Мне все, я все читаю и даже стараюсь всем ответить. Ну, или почти всем. И спасибо, что смотрели меня. Пока-пока!